я не досмотрела ролик до конца, он просто до слез меня тронул. Ну, я сравниваю двух орков, которые познакомились с украинскими дронами. Один из них сдался, и украинский дрон вывел его с поля боя и подарил ему жизнь. А другой орк не сдался и вставил себе в рот автомат и застрелился. Дрон. Вы видели, как вот этот русский орк разговаривал с дроном? Он ему там как-то жестами объяснял и разговаривал. Я была в шоке. Он реально научился каким-то жестом дронов. И он объяснял, что я не буду воевать, я хочу жить, и, пожалуйста, помогите мне. Дрон это все понял. Боже мой. Что, скажите, вот что должна сказать Арчиха дрону? Что? Что должны сказать дети этого орка дрону? Сколько лет до конца вот их жизни они должны посылать спасибо вот этим людям, которые руководили дроном, которые оставили жизнь вашему мужу, брату, отцу, не знаю, там, зятю. Понимаете? Вы понимаете, что дрон спас жизнь этому уёбку? Спас! И там еще, так поняла, пока он еще шел по этим окопам, по нему еще стреляли свои же. И он там пригибался, опять шел, поднимался, пригибался. Боже мой, это же целая история. Ну я жду Арчихи. Где спасибо?